Вы видите, что здесь не просто повело балки, они практически потекли, но там еще и очень серьезные трещины. То есть вся вот эта огромная конструкция, многометровая, многотонная, она деформировалась очень сильно. Это один из главных аргументов, которые выдвигают специалисты в ответ на заявление о необходимости сохранения здания администрации президента. От сильного пожара перекрытия внутри строения повреждены настолько, что восстановление может обойтись республиканской казне в 10 раз дороже демонтажа. 60 миллионов долларов против 6. Еще 6 понадобится для рекультивации территории и реконструкции инженерного корпуса. Демонтаж еще не начался. Сейчас ведутся подготовительные работы. То есть, да, действительно, как вы правильно заметили, убрана облицовка здания, убираются не несущие конструкции, где-то гипсокартонные конструкции, где-то убираются те части, которые могут, ну, элементарно упасть, да, людям, которые там ходят на голову. Против демонтажа резиденции выступили городские урбанисты. Окончательное решение о судьбе здания будет принято после общественных слушаний, но местные власти еще даже не определили дату их проведения. Напомним, резиденция президента в Алматы была захвачена во время январских беспорядков одновременно со взятием акимата. Власти неоднократно заявляли, что за погромщиками и мародерами стояли конкретные кураторы. И сегодня в Генпрокуратуре даже озвучили суммы, которые якобы выплачивались участникам. Так, в Алматинской области установлены граждане ОИН, которые в городе Талдыкурган финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов. За участие в погромах выплачивалось от 20 до 100 долларов США на человека. Данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках. По данным Генпрокуратуры, организаторы якобы создавали телеграм-каналы, которые мгновенно набирали по несколько тысяч подписчиков. Причем, если верить ведомству, эти чаты продолжали работать даже в те дни, когда интернет практически во всех регионах был отключен. Сейчас работа по установлению и розыску этих кураторов полностью передана прокуратуре. МВД расследует только факты краж и мародерств. Подчеркну, что мы не преследуем цели привлечь всех нарушителей к максимально суровой ответственности. Понятно, что многие из подозреваемых, являясь добропорядочными гражданами, во время событий совершили преступление, поддавшись соблазну быстрой наживы, либо уговорам других лиц, надеясь при этом остаться незамеченными. В МВД отчитали, что в связи с учетом личности и положительными характеристиками 323 подозреваемых были освобождены под подписку о невыезде. Всего на данный момент в производстве находится свыше 4800 уголовных дел, связанных с январскими событиями. Свыше 600 человек продолжают пребывать под стражей. Тимур Ермашев, Павел Ингельгардт. Настоящее время. Азия. Казахстан.